Всем привет! Сейчас на улице жарко, а я решила закатать в это время клубнику, которую собрала. Самую крупную я выбрала, конечно, ребятишкам. А сейчас вот эту клубнику буду раскладывать вот в эти банки для компота. Но сегодня у меня изюминка. Этот компот будет с листиками вот такой чайной розы. Посмотрите, какая красота! Сейчас я вам расскажу, как это делается. На низ я ложу. Ну, это, в принципе, в произвольном порядке. Вот у меня есть целенькие, которые такие более, ну, еще ну, не совсем, с которых не опадают листики. Я вот так для красоты в каждую положу по одной, там, по две штучки. Как в произвольном порядке, как захочу. И еще это уже осыпается. Ну, вот остальных, наверное, у меня... В основном уже все, вот еще молоденькая. И еще добавлю вот так на низ лепесточков роз. Вот будет, поверьте, будет такой вкусный компот, что, наверное, ну, вы ну, не делали это, впервые будете делать. Все мы делаем впервые, жизнь у нас продолжается. Вот так вот давайте разложим вот эти лепесточки сначала. Теперь в каждую баночку добавляем по чуть-чуть лимонной кислоты. Вот так буквально на кончике. И дальше в каждую банку я добавляю 150 грамм песка. Я люблю очень сладкие компоты, не люблю кислые. Дети у меня любят сладенькие. Лучше не пожалейте. Вот так в каждую банку. Вода у меня уже кипит, и в каждую баночку я сейчас буду добавлять кипяток. Аккуратненько, чтобы это не разбилось. Сначала по чуть-чуть, потом можно вот так вот, если вы в курсе, чтобы не лопнула баночка от кипятка. Вот так буду наполнять вот эти банки. Банки и крышки я, конечно, пастеризовала. Я всегда это делаю. Независимо какой компот, поэтому перестраховываюсь, хотя погреб у нас холодный, вот, я так делаю. Теперь закатываем каждую банку, в принципе почти все, каждую баночку закатали и 2-3 раза туда-сюда перевернули для того, чтобы сахар растворился. Ну вот, закатала компот. Вот такая красота получилась. Вот такой цвет. Еще, конечно, он будет настаиваться, еще будет более яркий. Сейчас самое главное, надо его тщательно укутать. Очень-очень хорошо, до полного остывания. Ну и все. Зима придет. Приятного аппетита!